Привет, это канал Озеро, и сегодня у нас обзор сидения для лодок Newstar 751 WJC. Высокая спинка, оригинальный дизайн, мягкий опорный выступ в передней части сидения и интересная цена. Вот почему это сидение так популярно у любителей отдыха на воде. Сидение классической формы состоит из жесткого каркаса, мягкого сидения и спинки, водонепроницаемого и невыгорающего покрытия из винила и надежного механизма складывания. Благодаря высокой спинке на сидении комфортно отдыхать даже людям с ростом выше 190 см. Трехцветный дизайн сидений отлично вписывается в интерьеры большинства лодок. Приятный на ощупь морской винил текстурирован под натуральную кожу. Он не пропускает воду и не выгорает на солнце, благодаря чему сидение сохраняет свой внешний вид длительное время. При попадании на сидение воды она частично стекает с сидения, а ее остатки придется убирать вручную. Упругий пенополиуретановый наполнитель способствует мягкой поддержке пассажира. А еще благодаря ему на сиденье долго не появятся продавленности и сиденье не потеряет свою форму. Для предотвращения коррозии ось механизма складывания изготовлена из нержавеющего сплава, а кронштейны покрыты порошковой краской. Прочный пластиковый каркас с нижней и задней сторон усилен ребрами жесткости. Для фиксации сиденья в сложном виде предусмотрен ремешок с кнопкой. Мягкие сиденья и спинка гарантируют комфортный отдых. Выступ в передней части сиденья препятствует соскальзыванию пассажира с сиденья во время движения и маневров. Монтаж сиденья предельно прост. Закрутите 4 винта в монтажное отверстие под сиденьем, и оно готово к использованию. Для установки сиденья подойдут практически любые стойки или поворотные пластины. Если у вас еще нет стойки, подберите подходящую модель, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Мягкий наплыв на сиденье и высокая спинка – это все же классно. Леш, выключай камеру, я, наверное, отдохну. Модель сочетает в себе элементы белого, серого и угольного цветов. Размеры сидения. Ширина 43 см, глубина 41 см, высота 54 см, толщина сидения 15 см, вес 5,2 кг. Итак, Newstar 751-28WJC – высокое сидение с мягким опорным выступом, которое создано для комфортного отдыха и не потребует от вас чрезмерных расходов. Компания Newstar производит еще две модели сидений с более низкой спинкой – бело-серо-угольная 751-08WJC и бело-сине-угольная 751-08WJB. Понравилось видео? Ставьте лайк, заходите в комментарии и оставляйте ваши вопросы и пожелания. А еще подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Всем пока, до встречи на озере!